Всем привет! Сегодня воскресенье, 22 число, и я становлюсь на весы. Мой вес 99 100. И еще раз всем привет! Сегодня, как я говорила, уже воскресенье, 22 число. И я, конечно, рада своему результату. Я давно уже не становилась на весы. И буквально пару дней назад я разговаривала с Леной. Она спрашивала у меня: «Надь, как там твой вес?» У меня тогда было, по-моему, 100-200, что-то такое. Сегодня я встала на весы, и вот эта вот цифра меня очень порадовала. Но понятное дело, что на этом я не буду останавливаться. Это, наоборот, меня мотивирует. Вот он мой блокнот с моими записями. Ну вот, у меня получается 7200 ушло. Ну, довольно неплохой результат. Конечно, хочется большего, но пока есть, я этим результатом довольна. Даша вышла на улицу погулять. Хочет покататься на велосипеде. Но тут она нашла другое развлечение. Сейчас догонит. Это Луна, да? Луна. Луна, точно, с черным ошейником Луна. Я их по ошейнику тоже различаю. Они так подросли. Вообще подросли. Луна? Луночка. Умка. И Беня на Шкоду играет. Он не боится их совсем. И вот это постоянно, когда есть возможность, он сразу же выбегает на улицу, чтобы поиграть. Ой, хорошие. Ой, хороший малыш. Какой хорошенький. Это она, это Луна. А это? Но это Умка. Набегалась. Ты давай, да, дыши носом, а не ртом. А, ну и погнали с Беней. А то сейчас надышишься холодным воздухом, потом будешь кашлять, да? Луна, Умка. Сейчас я приду. Да. Зимой цветы, а вы думаете, не пахнет? Угу, не слышно запах. Боже, какая она красивая. Очень. Вообще очень красивая, да. Вот это сладко пахнет. Да? Не, классно на самом деле, да? Среди зимы цветы. Мам, вот это понюхай. Вот именно это. Угу, пахнет классно вообще. Смотри, кто к нам идет. Бенечка, иди сюда. Беня, иди сюда. Бери его на руки. Пойдем домой уже. Бенечка, иди сюда, иди, Бень. Нагулялся, пойдем лапы мыть. Пойдем. Замерз? Нет? Ух ты. Собаки. Ну, не надо, не надо, пойдем. Красиво. Вообще. Очень. Угу. О, смотри, там пелюска упала. Лепесточек упал. Пойдем, лепесточек. Вот лепесточек. А то холодно, я уже замерзла. Ой, хорошие такие. Пока, хорошие. Папа. Слышишь, пока, мам? Ты его руки вычешь? Угу. Чего свет не включил? Там не так.
Не, ну вот так и вот так. По-моему, так виднее. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Я всегда, когда варю суп, трую морковку, и она, ну, такая огромная, то кусочек всегда попадает Даше. Морковку полезно кушать. Кстати, вчера тетя Лена Дашу угостила сладостями. Сейчас покажу вам. Спасибо большое. Тут Лена передала для Даши сладости. А мне, знаешь, Даш, этот, вот эта новогодняя вот эта конфета сразу наталкивает на мысль, что скоро Новый год. Что в коробке? А здесь много конфет. Мои любимые ромашки. Мои любимые. Ромашки для Дашки. Спасибо большое, Леночка. Люблю тебя очень сильно. Вот бы взять бы и вот так сделать. Сделаешь позже. Когда закончится этот карантин наконец-то. Ага. Ты ничего не сделаешь. Да надоел уже этот карантин конкретно очень просто. Надоел. Даже с подругой встретиться нельзя. Ну, тоже. Что делаешь? Какую кормову? Так ты же вроде бы написала. Папа, пожалуйста, сказал мне правила. А, правила еще же надо выучить. И дневник заполнить. Ох, эти уже уроки. Эти уроки. Да, завтра Даша идти на 9:15 в школу, да? На 9:15. Поспишь дольше? Да. Хотя ты сегодня проснулась рано. Я бы даже сказала, она очень рано проснулась. Даша сегодня проснулась, пошла убрала у котов, вынесла мусор, позаметала на кухне, помыла посуду, набрала ванную себе, короче. Ну, в общем, она сегодня была очень активная. А мы еще с Костей спали. Да. А завтра идти в школу ей на 9:15. Это из-за того, что выборы сегодня. Вот. Ну и завтра, наверное, там пока эти все. Или уберут, или голоса. Я не знаю, с чем это связано, короче. Кстати, нам учительница кидала группу конференцию, если что. Ну, в программу конференции. Конференцию это сбрасывает тогда, когда не надо идти в школу. Надо сбрасывать приложение конференции. Ну, это что значит? Что не надо будет завтра в школу идти? Не, ну она про всех выпадок. Вдруг как-то решится так, что не будет. Сказала проверить, иди ты. Угу. Это в телефоне есть. Угу. А есть еще морковка? Да, в холодильнике. Надо почистить, помыть, почистить. Хорошо, я тебя сделаю. Спасибо. Даш, если бы завтра были уроки онлайн, то нас бы предупредили бы заранее. Я так думаю. Ну, нам скидывали конференцию, не прямо что, а просто программу конференции. А мы будем собирать еще Кости вещи. Он во вторник уезжает. Вот завтра он, по-моему, здесь будет работать. Ну, не знаю, может, даже и завтра не будет он здесь работать. Ну, в смысле, по городу я имею в виду. Вот, едет он во вторник, едет на 15 дней. Ну, вполне возможно, что это будет не на дольше, может быть, даже и до Нового года там будет, кто его знает, там уже будет видно. Вот, берет с собой, ну, будет много вещей брать, даже, наверное, я не знаю, он еще, конечно, созвонится, но прошлый раз он, когда ездил, то и сковородку, и кастрюльку, ну, постельные, это само собой обязательно. Вот, я же говорю, даже вплоть до кастрюлек и сковородок. У меня еще какой-то выскочил прыщик. Ладно, Даша, хорошо с тобой болтать. Но тебе, наверное, лучше учить уроки. Лучше тебя не отвлекать, дочь лучше моя. Лучше морковку, пока я тебя не съела. Всегда варю суп, и Даше попадает морковка. Да. По новой уже переделала? Не,
наделала. Мам, смотри, мне это все выучить. Ну и что? Это много, да? Как вспомнил, что на учительнице там говорила, чтобы легче выучить, надо что-то там не читать аж так, а что-то там делать, либо же переписывать, вот это все запоминать, прочитать 5-10 раз. Типа... Ну, прочитай 10 раз. Я тебе тоже говорила, прочти 10 раз. И, ну, ты можешь, это же не стих учить, Даш. Это просто, ну, своими словами рассказать, как ты это понимаешь. Мам, ну, да и все. Послушай, учительница задавала вот такие, вот так аж, угу. Угу. А вот почему у нас есть такие доведнички специальные, она туда угу. записывала вот это все. Привет. Привет. Мам, она это угу. все записывала, разбирала детально, вот это все, аж тогда хорошо запомнилось ей. Ну что, неправильно? Ну, по математике, вот где я минусы поставил, там правильно, где плюсики, там... Может, наоборот? Ну, наоборот, где минусы. Там неправильно, где плюсики, там правильно, галочки. Три правильные. Вот здесь смотри, верхнее значение правильно, нижнее нет. То есть пересмотри и дальше там смотри. Ну. Вот такое наше воскресенье. Я супчик варю. Угу. Папульчик. Папульчик, будешь супчик? Пока нет. Не будет. Злой. А морковка будет. Мне достанется больше. Угу. Морковки? Да там хватит, можешь грызть. Ну что, будем эти вещи складывать? Или завтра? Или сегодня? Сейчас будешь складывать? Ну все, мы пошли тогда складывать вещи. Пошли. Пошли.